Готовы, ребят? Готовы, выходим. Что опять мяч отвернул? Вы что такие больные? Хотя бы обозначить эту борьбу, но не взгляд.
Парни, ну втроем кучи бегайте в центре! Сюда! Туда, туда, отдай! Хороший, хороший! Хороший! Паша, Паша, Паша! Паша, давай, встать! Момент, встаем, ну давайте забивать! Туда, дай! Принять удар, блядь! Удар нужен! Хорош, дай! Перитонит возник, но воспаление кишков из-за отравления. Знаешь, называется идеально съездить в командировку. Просто в последний день зайти в ресторан, который рейтинг 5 звезд из 5 в гугле. И травануться там. Влад! Центр страхуем! Влад! Прямо сейчас бросай трансляцию и беги. Не. Но все комментирование как-то было, кто-то такой написал, очень неграмотно такой, эй, четкий комментатор. То есть там еще было так написано, К-М-ментатор, 4-М было, комментатор. И ник казахский был, так что, как один человек. Что такое еще? Да нет, здесь вообще очень редко что-то в чате пишут. Только коммунар, они обычно там начинают. Да, 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 да. Коммунар! Коммунар, ну что, все, коммунар. Принять, принять, сейчас 13 человек. Сейчас, рубай звук. Заведите, девчонки, 30 минут еще, давай! Добрый день. Звоните, девчонки, людям, 5 зрителям, которые сейчас смотрят прекрасный футбол матч. Нас не ждут, что я даже сейчас почему-то подумал, что мы накрывайте! Наоборот, начинаем включаемся задержку, ну почти нет, трансляция у нас безупречно, да, все. А, ну ясно, как говорится, Иван, да, Репов, капитан их, да, Лев? Капитаном нельзя. Начинать, естественно, во-первых, туда, туда, игрока, туда, да, не хватает, банально, на самом деле. Замять! Капитан, Москвы тоже на поле. Отсутствовал, по-моему, обиделся, что ничего. Он сгуля, ну, еще наш комментарий, то, что, естественно, никого не обидеть не хотели. Центр повыше, поднимите, повыше, поднимите, вы никого не держите. 1-1. Десятый тур. Все. В самом разгаре. Второй тайм. Отлично, да, стоим. Сделано сетовый пар. Давай. Назад, сели, центр, помой. Классная игра, оправдывает ожидания. Центр, центр. Предматчевый. Хорош, дай. Команды. Еще! Мы очень рядом находимся, для тех, кто подключился, я хочу просто еще раз... Проводите его опять некому давать, парни! Хорошо, дай, хорошо! Что 11-12 мест, которые в таблице сейчас занимают Портер и Москва, соответственно, 11-10 очков также, соответственно, имеют по ходу этого сезона. Разве что у Портера на одну игру меньше сыграно, но... Помой, помой, Дим, Дим, ходи, Дима! Я не думаю, что это так сильно. Хорош! Это зрелище, которое мы сейчас с вами получаем в любом эфире. Очень нравится, да, большой. Хорош! Красиво, а вот здесь опасные моменты, Варенов вынужден вот так вот
играть, обрисовать. А если он с ними остается? Защитник. Новой Москвы довели вот ситуацию до такого. Не выдавай! Между таймами можно было уже о том, как нам сравнять игру, если подумать о том, как забить еще, это не совсем то, что пропустили быстро, и сейчас еще одна опасная атака у Портера. Спасибо, парни! Ребята, черт! Парни, ну хорош! Забил мяч в ворота Портера, кстати говоря, Чего я не могу сказать, по-моему, Москву там по-прежнему. Варенов, конечно, тот вратарь, я все по вратарям, как говорится. Свою команду показали, чтобы я была командой. Влад, Дима, на мяч! Гораешь, дай! Защиту, надо сказать, что как один из центров форвард Портера попал в атаку, и как сейчас у меня не направляет мяч в ворота, когда тут не попал, как будто Митчелл стремится сейчас в ворот, но не попал, не туда, и борется, его заваливает, будет опасный штрафной. А вот так выбивать из рук у игроков уже нельзя, да? Двигаемся, двигаемся! Центр! Хорош, дай! Горишь! Остань! Дим, дал бы ему! Бей! Варёнок, эту комбинацию, так просто его не обыграешь, а здесь что происходит в защите?
Новой Москвы в очередной раз Алену чуть не привезли. Пропущено было, естественно, Алену, да, так что не подарили забит. Танцор, куда? Защитники. Вас двое, танцы! А, конечно, играть нельзя, очень скоро. Паш, не надо, Паш! Иди там попроще играть, по-братски. Танцы, вас двое! Танцор, вас двое на всю ширину поля! Попроще нужно что-то придумать в защите, чтобы... Выбей! Не допускайте, а такого не хотел. Ну, серьезно, блядь! Футбол у нас хороший, хочется, чтобы все голы его забивали. Чисто сыграли. Красиво, возможно, я, конечно, без претензий на какую-то там супермузейную красоту. Но... матч между командами, кстати, в этом же первом дивизионе так здесь опасно, а Портер выходит в правую позицию, 3-2, очень четко. Так вот, да. 3-2. Хорошая ситуация, в третий раз за матч. Выходит вперед Портер, теперь благодаря усилиям номера. Андрей Иванцов, ну, кстати, тоже такой нападающий, которого мы довольно часто вызывали в первом тайме, особенно в его концовке, он играл на правах с Ульяненком, вдвоем так они оттягивались вверх, вообще оттягивались как надо, Ульяненко, вспомнить, сколько он там раз выходил на ударную позицию, кстати, говоря, мне кажется, решает Ульяненко в атаке. Давай, туда! Для игру не останавливает. Дим, продолжается нарушение. Да, в атаке желтая карточка будет, получится. Андрей, прокат. Вот так. Вот так. Это, наверное, один из... Да, не останавливайся, да! Наверное, это даже самый крутой матч. Ну, во всем время... Работа... Нет! До сих пор еще хранится. Стоит посмотреть, но после этой трансляции впереди идет в Москве. Я думаю, что нам Москва сейчас... Паша, ты должен на это мало. Поиграем немножко прогнозы. Совершенно необоснованно. Игра по большому счету не изменилась после пропущенного третьего. Вот, пожалуйста, Максим Белым в атаке неплохой заброс, удар головой, кстати говоря. Алексей Павлович не получилось мяч переправить ворота, но в принципе я сейчас Не футбол, его команда смотрит, он играет в футбол, но я могу только...
как говорится. Ла! Рыжий! Возможно, сделать еще один гол. Желтый форме. Блять, Ла! Осталось, конечно, угол. Влияние на смены у мяча. Не обыграть. Все спокойно. Нет. Лучше. Хорошая передача. У меня тоже из партнеров. Оказывается, от того места, где, наверное, эта передача должна была заканчиваться. Но вот у Ульяненко мяч получается и опасный. Гол и штрафной гораздо опаснее. На сей раз будет. Браво, Козьма! Центр, центр, дальше, центр, центр! Все в порядке, остает. Дальше, все, далее! Давай. Я думаю, что вот отсюда точно... Даня! На наш, дай! На наш! И не бить. Поворот. Правда, опять Алексей Краснов. Дай один! Даня ушел. Отбивается руками, входит штрафной удар. Ой, гол, это шикарно. Протащил с центра поля эту атаку. Сам вышел в ударную позицию и поразил. Опытный здесь товарищ проткнул просто. Вареного. 4-2. По счету уже такой же. Конечно, мяч сохранит, он теряет равновесие, один.
Пойдет, ребят! Да, ну, как все, ну, 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 ну,
Арон, дай! Потеряется.
Я не ошибся. Ульяненко, ну конечно, хороший сегодня Ульяненко. Но Иванцова прекрасную передачу дает. Иванцов просто один назад, один. На пустые ворота. Просто не царапывает. Хорош, хорош, пойдет. Иванцова, ну перехватывает все. Ульяненко, пустые же уже бей. Это гол. Это гол 6-2. Артем особенно на последней минуте. Опасная корта, но, по-моему, сами даже. Больше не напрягаться, тем более, вот сейчас мяч находился в телефоне, комфортно, удобно, боками выбивает мяч. И судья заканчивает эту встречу, то больше, меньше мне осталось, когда я об этом говорил. Победа Портер, очень уверенная победа. Очень здорово, команды, друзья. Но я советую оставаться на ЛФЛ ТВ, просто переходить. Хорош, Дэн, другого матча, вот встретимся. Вперед, уже отскочил! Всем спасибо. Хорош! Один матч. Ладно, ладно, да, играем дальше, играем! Какая побольше? Больше даже. Пять минут только прошло. Оставите мне тогда штатив, ладно? Чтобы я сразу перекинул и все, а вам я это доставлю. Дай-то как, дай. Да, этот состав. Много, 25 минут где-то. Право еще будет, Толь! Слушай, а может быть, можно мою камеру поставить просто по водителю и все? Валерий, сгоняй, сгоняй! Сгоняй, сгоняй! Потому что я не думаю, что они будут 25 минут ждать. Просто мою камеру поставить. Если начнут раньше, просто включить, заводить и все. Я тебя прошу, дай Ишка! Дай, бегай, бегай, бегай! Дай, бегай! Уходишь, где мы заехали? Прям ушел! Поворачиваешь налево, идешь вот туда за здание. Там прямо идти. Давай, вперед, пошли, давай, пошли, давай! Вперед, пошли, Дэн, давай, давай, лево, давай, лево, Дэн! Лево, лево, дай! Дай, дай! Что такое? Что такое? Как так-то? А кто здесь играет?
А черт его знает, не помню. Дай, ушел, Даня! Стали, Маша! Давай! Вот, помоги, Валик! Не надо лезть, ну, парни, ну не надо лезть! У вас мяч синий, у вас мяч остался! Гори! Дай, успокойся! Да не правильно все говорить! У меня эта камера фигня, ну что бесплатно погнали? Ей вообще прибежать нельзя, потому что у него опыт для оптического зумометра, цифрового. Думаешь, что сколько стало? Нет, я не знаю, она просто китайская, судя по всему. А что это? Я не знаю, что бесплатно досталось, я чтобы параллельно на всякий случай взял. Я и снимал, если без приближения снимает, она нормально. Знаю, все знаю. Пишет, что 48 мегапикселей. 4К снимает? Да, только там этот самый. FPS, по-моему, 25, что ли. Дай ему сразу! Иди туда! Ну, ты же понимаешь, главное не писать. Ну я не виноват. По расписанию, да. Это Меркулова вопрос. Никогда не забыл, это было. Назад, парни, ну! Давай, ну быстрее! Дерьмо!
Взял бы себе еще. Это вот для того случая, что я не успеваю перекинуть. Дай, Ваня, Дэна, у всех она. Паша, она уже спашла. Интересная заготовочка. Александр Палачев, УШПН. Ну, во-первых, он, конечно, матч с РБУ вытащил откровенно. Дайте мяч, четыре мяча. Спасибо. Просто все свои четыре мяча он забивал, который сложнее всего шла. Смотри, пацаны, матч с Антоном шел тяжело. Он такой вот удивительный, но очень много делает. Он хорошо пас дает, техничный, бьет. Опять не было. Играйте ему, спокойно. Вот заявили Ковалеву из сборки. Вот этого не знаю, играю. Да взамен сделаем, да? Дай! Давай, дайте все объясню! Да выйдем! Егор Петров и Калачев. Ловкий говорит, ну давай, иди сюда. Егор Петров не остался на награждении Калачева. Я говорю, ну давай. Ну правда, вы говорите, ждите, ожидайте. Егор бы остался, забрал бы статуэтку. У него лучше по системе был плюс пас. Вообще, вот так всегда. Я вообще просто... Почему не пошел в сборку в этом году? Вот его в сборку просто слегка не надо. Мой дядя сказал, что не было. Вот бильярдик. Говорит, что в этом году и был круг играющий. Ну, в этом году мне просто очень будет полетить. Это была бы вот реально, и лучше потренироваться с Маркиным. Егор просто в первой четверке играл. Если Шлыков туда полезет. Не пойдет сам. Да, просто если говорить о том, что если не даем Крис Петрову и не даем Шлыкову, это несправедливо. Просто у Шлыкова на этой турнире такая скромная статистика, на удивление. Агарик Будров. Это местная камера? Нет, это все мое. А ну как бесплатно? В смысле бесплатно? Ты говоришь, бесплатная камера. Ну, друзья подогнали. Мне она досталась бесплатно. Толь, себе, Толь! Давай! Сразу сели! Меркулов спрашивал, хотел камеру купить, чтобы здесь всегда была там прислушаться. Ну ясен фиг. Что он сказал? Просто я подумал, что это он решил вместо полосы какого-то купить.
Подумал, это такие, это совсем ускорные. Выиграйте мяч! Учитывая, какие ресурсы у Галапагов, это вообще... Да это я и могу его. Даже на смешанном обсудили. Помогайте, помогайте! Помогите, Соли, помогите! Иди, Леша, лево! В Западе там проблемы с интернетом. Он говорит, да, красота. Там Йота просто отказывается работать. Вот, все, он не работает. Но зато здесь хотя бы его. Хотя бы кое здесь. Иди сам, иди сам. Иди сам, иди сам. Там лучше. Там стоит. Меня убивает. Все комментаторы там сидят в будке, греются, говорят, да что такое? Всегда операторы снимали и не жаловались. Типа, что такого на холоде снимать? Помой, что помой. Страшного? Я говорю, ты иди сам поснимай. Я не знаю ни одного оператора, который сказал бы, что да ладно, подумаешь на морозе отснять там две игры подряд. Две игры ты снимаешь. Ты две игры снимаешь, охреневаешь просто в осаде. А если у нас стоит четыре игры подряд? А если Ярик есть стоит 7 игр подряд? Это что, еще пиздец, думается. Пусть они вот здесь реально сделают тут всю уголок. Какая проблема? Вот, знаете, я сейчас... Выйди сюда! Что ты там рушишь уже? На свои телефоны роняют. А тебе это много обещает, почему у тебя такие экраны битые? Нет, да, это я новый. Уберите этот срачей. Вот здесь вот, вот отсюда прям поставьте мини-будку. Вот сюда режиссер влезет, комментатор влезет, операторы, которые снимают даже на два поля, могут зайти погреться, да, тесному, зато хотя бы погреться. Потому что, если у тебя, допустим, перерыв, пока там команда там выходит заново на поле. Да я-то согласен, но я не думаю, что они будут этим заморачиваться. Валик, опустись, будь горячий, Валик, пожалуйста! Проще найти новых держателей камер. Ну, вместо обмороженных. Проще держатель. Но прямой эфир это когда холода начнется, мы отсюда не сможем сделать. Потому что просто ноутбук не выдержит холода. Ну так ты, если ты ноутбук хочешь сюда перетащить, то тогда сюда уже никто не войдет. Нет, так что, ноутбук, почему? Смотри, условно говоря, этот столик поставили, этот столик не так много места занимает. На столик. Он всю займет ширину. Там ты сядешь, допустим, и столик, и все. И вот тебе все место. Так еще сюда человек лезет, вообще все отлично. Просто если у людей руки из нормального места, они могут камеру вот так ставить, и тут слепой зоны нету. Ну, в принципе, да. Просто главное сделать, что, чтобы не вот такая штука была, а две стеклянные, чтобы можно было на два поля изнутри смотреть. Потому что те же, тот же Меркулов, он же ставит там прямые эфиры на второе поле, да? То есть, а как мы будем со второго поля прямой эфир вести, когда комментатор вот там сидит? Как он оттуда может нормально комментировать то, что происходит здесь? Никак. Потому что по экрану комментировать это ужасно неудобно. Это в принципе не то. Как он подойдет, встанет и так прямо в стекло и будет говорить. Но это куда лучше, он в тепле, все в тепле. И главное, что ноутбук всегда будет под крышей. Вот здесь вот сделает крышу, которая не протечет внутри. Нормально. А не вот эту хрень, которая откирачивает. Либо пусть они купят какие-нибудь термоядерные пушки, которые минус 30 будут обогревать. Но это дороже все. Просто сделать будку это для них дешевле. Можно за 10 тысяч просто купили два стекла, поставили нормально. Просто на пол что-нибудь теплое просто прихерачили внизу. Стекло как стекло или стекло как пластик? Потому что стекло тебе разобьется, попадание мяча как не хотелось. Не, как пластик здесь. Вот такую штуку тройным слоем нафигачить, вот эту синюю. Все теплая будка, мини-мини-будка, да, нормальная. Просто опять же, допустим, не обязательно такой стол. Можно просто приварить нормальную херню, которая будет вот так вот дойдет вот такое расстояние, чтобы просто ног влез. Приварили, шел, сидит прямо здесь вот так вот, режиссер упор сел, все. Проблемы нет. И единственное, в будке дырку, чтобы провода протянули. И туда желательно вот это электричество завести внутрь, чтобы там тоже чисто внутренняя розетка была. Ну вот эту просто удлините. И все, никаких проблем. Все сидят в тепле. Я не знаю, хоть совет операторов сделать что-то. Все операторы такие сказали, что это лучше вариант. Просто даже если так говорить, то такую будку можно сделать и за 10-20. И эта будка на все времена будет. Потому что все всегда и будут пользоваться. И херакните туда пушку, которая будет беспрерывно херачить. 24/7. Чтобы любой оператор пришел, открыл, зашел, там тепло.
Вот всегда тепло, чтобы там всегда было тепло. Просто, если объективно говорить, если как они хотят изначально, вот это как в спортиру делали, вот этот длиннющий провод. Длиннющий провод купить. Инга! Хорош! И провод, это потому что 130 метров, это за 100 тысяч рублей. Который выдаст сигнал на 130 метров. Убирай руки, поставь, убирай! Такие провода подвержены непереживанию холодов, ломаться при попадании мяча. То есть это должен быть для HDMI, вот такую толщину HDMI, его херачить прямо отсюда, туда. Даже если под полем проводить, это еще опаснее. Что под полем он там реально перемерзнет, и так он перемерзнет. Короче, вообще мертвая история. Отборчик, Даня! Комментатор должен сидеть в комментаторской. Да никто не мешает, ради петлички берите и комментируйте. Какая проблема? Это Титан играет против сборной России. На мяч, на мяч! Сейчас, подожди, я посмотрю. Где кто, парни? Лав, лав, лав! Почему? Там, там, там поржали, там! Почему у меня написано это ЦДН ЛЧО, премьерка? Где вы, Титан здесь нашли? Ой, господи, Титан, ну ЦДН точно. А кто, кто? Привет! Вот он! Спасибо, Ваня! Нет, нет, почему мы его в прямом эфире не даем? А какой галешник там был просто? Вышли, вышли! Давай, давай, иди, иди, просто Слава, иди! Ничего не случится, с правда может случиться что угодно. Гори, Ваня! Теперь Слава! Гори, гори, Дима! Главное, такой провод, он должен будет нормально закрыть, чтобы он стопудово его водой не залил. Одно попадание воды, HDMI умирает, любой провод умирает. То есть это как будет, как мы тогда сидели, вот, когда начался ливень, вот, херачило крышу и все просто в задницу. Вот, если такое произойдет, то все, до свидания, снова 100 тысяч, тратьте новый провод привезли. В этом плане просто нужно делать как на Юго-Западе. Даже не хотят тратить безграничное количество денег на трансляции. Если бы хотели, бы от спортеру бы не отказывались. Потому что это дороже значительно. Если хотят, то по цене, то можно делать просто как на Юго-Западе. Там стоит теплая будка, в которой сидит режиссер и комментатор. И дырка в этой будке, и что провода протянут. Где оператор? Оператор с режиссером меняется, никто не мерзнет, все довольны. И любой оператор может там, он поснимал, зашел, сразу погрелся. Но там вообще такой системы нет, что человек несколько матчей снимает. Там максимум человек приходит на одну игру. Но на одну игру прийти снять еще можно, любой мороз там отмучиться, тепло сильно оделся. Ну, да. А если у тебя залпом, то ты здесь тренируется, а у нас зал. Вот мы еще говорим, блядь, после игры. А это все пойдет в записи, в записи? А, да. Можно без следующий круг будешь тренером, успокойся. Мне нормально лет, я вижу, что я не вижу, блядь. Там выходят люди, которые, блядь, не я, блядь, не делаю. Под него. Воу-воу-воу-воу! Это пенок. Паша, решил. Паша, Боря, объяснял, что некоторые Бар. Постоянно... Рэф, заменку можно, Рэф? Паш! Даня! Бля... Чё, тебе петро мешает? Да. Потому что он Даньте страхуй, Даньте страхуй! Подбор! Подбор! Что вы зашли-то? Ближе встали! Чё в четвером сзади стоял, блядь? Счёт 1-1, блядь. Хорошо, куда зайти? Чё, Кань, зайдите, Слав! Зайди туда! Назад! Назад! Ходи, ходи! Ходи, блядь, ничего не ноешь! Просто подходи и всё! Вернулись, всё! Давай!
Хорош! Давай, давай! Ребята, на момент, идем, проходим, проходим. Лёня, что тут за хрень? Вот, пацаны, можно, да? Блядь, чтобы подцепляться, я очень хорошо. Снимайте, ребят! Дима, в этой игре вышел? Серег, я с тобой сейчас не разговариваю. Я с тобой сейчас не разговариваю, с Илюхой разговариваю. Выйдите, поговорите вдвоем. Чего? Что сейчас, блядь? Коля, не выглядит. Коля сказал, я начал. Что за Мона нахуй кого-то посылать, блядь? Ну, молча, спаужи, все, блядь, я тебя услышал. Или нет? Или нет, ты не прав, все. Нет, надо нахуй посылать, что езжать друг к другу. Дядя, как вы пропускаете из Вратарской? Чисто заменами проиграли игру, блядь, вторую подряд. Давай, Борис, да! Ром, сядь, Ром! Ром, правый край, подсядь, Рома! Назад! Толя, Толя, играй! Парни, играйте! Вы что встали-то? Там остались, Вань! На второй влетел, блядь, и седьмой ни хера! Дай опасно, дай! Да, тебе пол дали, успокойся. Успокойся. Он тебя не тронул. Да, он тебя не тронул и ни слова не сказал. Две минуты добавлено. Видите, все, видите, играет. У нас никто не разговаривает. Тебе стулы как выдерживали? Маш, что надо разговаривать сейчас? Слушай, он даже меня выдерживает. Я когда садился, он развалился. Надо просто знать, как садиться. Парни, хотите что-то сказать, что игру будем продавать? Хотите, все, уже проиграли, не сразу. Это не худеть. Это не худеть. Да ладно, знаешь, какой сейчас материал? Быстрее, быстрее! Организм Пошли, останься! Останься, встали! Быстрее, Вань, быстрее! У тебя вроде состав есть. Давай! Давай! Все, начинай! Начинай!